Можно не встать. На каком-то концерте в каком-то туманном русском городе, и из зала где-то с галерки раздался истошный вопль: «Борис, пой что-нибудь печального, чтобы погрустим вместе». Я подумал: «Господи, как же нас наебали». Нас научили, что нужно, что жизнь — это грустить. Это неправда. Жизнь не для того, чтобы грустить. Жизнь для того, чтобы радоваться. Жить невозможно, они все время меня загоняют в какие-то рамки. Но факт, я не сразу открыл ваш конверт, и я знать не знал, что нас до сих пор считают своими. У вас верная снег, и железные цветы рвутся вверх, и мне весело, что вы помните мое имя. А здесь, как всегда, в хрустальном захолустье светло, здесь нет ничего, что бы могло измениться. И время течет, но, по-моему, то туда, то сюда, и в высокой его глубине мне чудится птица. Я смотрю, как в вашем сегодня бешено летят поезда. Не поймите меня не так, я рад их движению. Но когда сегодня становится завтра, у нас восходит звезда, и каждую ночь я лицо к лицу своей тенью. Спасибо вам за ваше письмо, спасибо за беспокойство и попытку спасти нас. Но в наших краях все медленнее почтовая связь. Не знаю, сможет ли ваша следующая найти нас. И я останусь смотреть, как у вашем сегодня бешено летят поезда. Не поймите меня не так, я рад предвидению. Но когда сегодня становится завтра, у нас восходит звезда, и каждую ночь я лицом к лицу с твоей тенью. Каждую ночь я глаза в глаза с твоей тенью.